Привет, привет. Ну что хочу вам сказать. Представляете, столько записывала, а у меня звука нету. Я же себе сегодня купила новую селфи-палку. Втыкаю вот эту штучку, и звук пропадает, прикиньте. А я снимаю, тут вам показываю. Ну ролик, конечно, удалять не буду, я вам его покажу. Просто озвучивать буду за кадром. Так что вот так вот. Все у нас все по старой схеме, все как есть. Раиска, которая едет со мной вместе, Герри, ее муж Даня, вот он рядышком сидит, тоже едет. Короче, оказывается, ехать черти на куличке, ребят, помимо того, что... С одного конца края, блядь, другой конец края. Короче, с одного, да, в другой, и вот сейчас вот мы, ну, едем, поздравляем, вон везем, что там, покажи наши подарки. Подарки? Ну, это я туда покажу. А, ну и ладно, пусть потом, потом покажем. Да. Купили цветы, ну мы вам покажем все. Вон там сумочка у нас, красотенечная. Подарочек. Вот подарочек, цветульки. Короче, едем. Сейчас будем дарить. Ехать, правда, далековато. Хотелось бы за стол бы самим бы сесть, посидеть. Маленько встречу, потому что Раиска за рулем, она же не может. Даже не может даже газировки попить, понимаете, что? Вот в чем вопрос. Короче, вот так вот. И, блин, еще надо так записывала. Прямо жалко мне. Вот вокзал опять. Сейчас буду вам опять вокзал показывать. Потому что... Да не, я вам его озвучу. Там, в принципе, мы едем в машине. Я довольна, что я купила селфи-палку. Я просто вам буду озвучивать это все. А оказалось, что это трындец просто. Ребят, ну представьте. Но это просто мне нужно, когда я хочу сфоткать. Вот, я воткнула и сфоткала, поняли? Короче, такая, ладно. Я блогер. Блогер еще тот, короче. Ну так что вот так, мои хорошие. Хотите, я вам маленько поснимаю Челябинск. Хотите? Маленько. Ой, подождите, ребят, подождите. И опять себя. О, снимаю. Красиво, видишь, как перекресток, магазинчик. Высотка вон. Вон. Где? Вот впереди. А, ну. Да, там домишки. Ну, у нас тоже в Магнитке такие есть домишки. Вот такие вот. У нас сейчас вот как раз, где я живу, там как раз это и строится. Ну, вот приедете ко мне, увидите, у нас там одни вот такие многоэтахи, где я нахожусь. Мы не можем здесь доехать. 20 километров от нас находится база. Мы не можем доехать. Ты говоришь, к тебе приехать. Пацан нас зовет. Отдохнуть. Он уже там осетров насушил. Представляешь, Шеломенцев, вот тут недалеко. Да ты че? От нас 20 километров. Это Криви, брат. Никита. Он там просто, там бывший палаточный лагерь. Он там просто работает. Охраняет, чтобы лес не валили. Прикинь. Мы не можем доехать. Ну, заняты, видишь, у вас работа, потому что работа. Уже Женька съездила. А мы Светку отправляли с ней, она говорит, нет, я с вами поеду на Шеломенцево, до сих пор едет с нами. Вообще, как-то. Вот сейчас там будет такой магазин, Алмаз. Алмаз. Да, здорово. Алмаз. Алмаз. Вот светофоры, вот, ну, кстати, вот я заметила, почему-то светофоры, магазины, вот в самых засратых зданиях. Почему? Ну, потому что, наверное, аренда дешевая. Дешевая. Да? Конечно. И у нас в городе тоже вот самое, что интересно, прям вот такое. Есть такое вообще здание не перевод. Даже не знаешь, вот, что там. Видишь, есть здание? Ага. Алмаз, Лева, Мерлен. Ребят, ну вот вам маленечко Челябинска. Прям вообще. Автосалоны вот прям вот все. А вот я вам еще потом его в ночи сниму. Мы стопудово будем ехать в ночи. Это 100% в ночи. 100%. Мы уже это прям знаем, что у нас дорога будет в ночи. Я сегодня встала, ребят, в 6 часов. Представьте, в 6. Сука, бегудей себе накрутила за целый день. Ой, вообще. Ты что, вот в 6 часов я сегодня. Так это... она столько бегудей себе за целый день себе накрутила. Начиная с 9 утра. Показывала, вот тут дядька спал. Ага.
Да ты что, прям на трассе? На дороге. Представьте, вот сейчас, где мы здесь едем, у Рая есть ролик, там тоже в ТикТоке, да? Агентство чрезвычайных новостей Челябинской области. Агентство чрезвычайных новостей, представьте, просто мужик разделся и лег вот здесь посреди трассы. Вот прямо под этим мостом, вот который... Вот прям, вот который вот так вот расходится, да? Вот прямо здесь, вот он лежал на дороге. А я вам сейчас хочу рассказать такую историю моего сбора. Значит, вчера я собрала свою сумку. Ну, не одну, у меня три там получилось, а как-то так все, я не знаю, как оно все сложилось. Короче, ладно, пошла я мыться, думаю, все собрали с Никитой вдвоем. Все это сделали, все, под его бдительным этим просмотром все сделала. Помылась, пришла, сумку раскинула опять заново всю. Все достала. Он говорит, ты что делаешь, не поедешь, что ли? Я говорю, нет, поеду, надо лишнее убрать. Короче, копошилась, все назад сложила. Он говорит, ну и что ты убрала? Я говорю, платье. Ты что, не видишь? Платье. Ребят, короче, в оконцовке еще больше, получается, наложила. Убрала только одно платье. И вот сегодня у меня целый день вот такой вот получился, вот так вот, с моим водилой, который мне попался. Вот это гражданин, я вам клянусь, но это надо так, нет. Останови, говорю, на ближайшем вот здесь, останови. Но я проехала свою, Раиска мне сказала, где, а я проехала. Ему говорю, останови здесь, он как будто не слышит меня. Уже молодой человек подпрекся и говорит, ну, слышите, женщина просит. Он говорит, да я слышу, одна остановка, вокзал. Я говорю, а почему так? А он говорит, а потому что контролеры. Ну, представьте, ребят. Вот смотри, какой тут центр. Вот, ты, я сейчас поверну, подожди. Вон еще горки, вон чертово колесо. Ага, вот чертово колесо, это вообще круто. О, вот на этом, видать, чертовом колесе Гера была. Ну, это маленькая. Да? Что, да? У нас есть мегаполис, там больше. И что, и Жени нету дома? Она вот только что за него говорила, что может быть. Она ушла, все, что я, сидеть вот в карауле. Где мы побыли, где цвет побылась, покушала, побылась. Там стоит две футболки, и пускай посмотрит. Подожди, майки, майки там две лежат. А, там на Женином диване, вот, тетя Света вам купила это, тебе футболки. Вот мы тут уже с тобой маечки ехали. Маечки. Тут мы ехали, получается, когда мы ехали на четвертую. Света, зайди себе в комнату. Футболки это. Я называю майки своим промышленным. Ты никуда не... А? Вон, ага, да, высотки. Это Соколиная гора называется. Ух ты, Соколиная гора, да, ребят. Да, пиздец, квартиры, знаешь, какие дорогие, честно сказать. Ух ты. Туда приезжали, эту, а мебель возили туда. Вот он один-единственный, там вообще это, заезд по пропускам, все, короче, вот это. Он прям вот, он там прям выходишь из подъезда, прям вот тут, прям в лесу, короче, он сделан, эти высотки там немножко. Прикинь. Ну. Слушай, а это такой туман, да? Смотри. Это болото. Что это такое? Болото. А, это болото. Испарение от воды. Испарение от воды. В этот. О, ребят, видите? В Косарги. В Косарги. Косарги. В сторону Косаргов. Я забыл, что это называется. Да ты что, вот, я поехала, ага. И вот это испарение от воды. Вода нагревается, и вот это вот, значит, вот это вода есть, короче. Ну понятно. И вот поэтому такое вот испарение. Давай, давай. Так что вот такие вот дела, ребята, мы все едем. Я правильно проехала? Да, я туда прямо не поехала, нет, я сюда завернула. Все правильно. Туда ты едешь? Ребята, мы все едем. Дело в том, что мы едем и едем. Я сегодня еду вообще целый день, если честно. Сейчас еду. Уже на Свердловск поперли. Да, уже, короче, едем и едем. Конца края нету, но надеемся, что все-таки когда-то мы приедем. Скоро. У меня... Прям надежда моя все-таки теплится во мне, что мы скоро приедем. Ну, а пока едем. Осталось 19 минут. 19 минут, ну слава богу. Хоть бы доехать уже, чтобы хоть Герка нас встретила, а то мне кажется, мы приедем, Герка уже спит. Я не знаю, там грунтовой дороге будет ехать. Не знаю, там заправка. Так что вот такие вот пироги. Ну здесь лес вокруг, ребят, лес прям красиво.
богаты очень лесами, очень богаты, красиво. Ну, вот у нас вот так вот, когда мы на Банное едем, вот у нас так же, вот точно так же. Смотри, вон там вдали так красиво. Mm-hmm. Еще этот... Вообще еще туман вот этот, ну, классно. Это не туман, это испарение, это значит, что вода есть. Эколог. Это не туман. Это эколог у нас тут говорит. Это было еще умные, умные мужчины тут говорят, что это испарение. Это вот у меня Никитка всегда так тоже. Чем-нибудь начну говорить, это не то, это не так. Вот только до долго деревенского. Так, вот, короче, сейчас... Ух ты, мы только, короче... Представьте, народ, ну мы еще до сих пор едем. Прикиньте. Вообще, конечно, в такие дебри нас девочка тюрьма затянула. Я вам хочу сказать, что это трындец просто. Не можем мы еще до нее доехать. Представляете? 4 минуты по навигатору еще едем. Да, вот еще 4 минуты. Ну дорога, ребята, дорога, конечно же. Я сейчас вам покажу. Посмотрите на дорогу. Замечательно вообще. Прикиньте, а еще, ой, всю машину исцарапали уже. Камень. Камень около этого прошел, колеса, блин. Короче, вообще, посмотри, какие дебри. Дай бог, чтобы Раиска тут рассказывали, что они тоже заехали в одну деревню, а там оводы целая куча на них напали. Блин, я боюсь, я городской житель, и мне зачем это все надо? Я просто боюсь, мне неправильно сын положил, сказал, возьми от клещей. Вот это не они на велике, не знаю, может быть, встречают, наверное. Это, говорит, возьми от клещей, он мне эту, знаете, что дал, эту, как ее? Брызгал. Нет. Блин, как она называется, господи. Ну, короче, страховку, страховку. А-а-а. Возьми на всякий случай от клещей, возьми с собой страховку. Представьте, похоже, трындец, она мне пригодится. Ой, все, ну, наконец, это мы с тобой будем на ютюбе. Наконец-то мы доехали, ребят, наконец-то. Здесь нету осы, нету комаров. Ребят, слушайте, мне Света такие крутые подарки. У тебя есть? А мне потом как лёг, короче. Сейчас я тебе покажу. Нет. А ты вот с этой стороны вот подойди. Не, просто мне интересно. Ну, родные давай. Мои, ну все, мы у Геры находимся в гостях. Сейчас я вам... Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам всех покажу. Всех ее друзей. Всем привет! Вот, всем привет. Да. Всем привет, Наталью дорогие. Вы уже знаете. Привет. Это Екатерина. Привет. Тоже еще одна красотка. Ну, Раиску вы все знаете. Это вот она, наша девочка-тюрьма, которую всех вы хотите... Вас целую. Да. Всех вас целую. Короче, я всем моих... Я ей сказала, я все от вас передала, так что все нормально. Смотрим, чем она питается. Смотрим. Так, нет, вот там показывают. Сейчас все покажу, Здесь я все, посмотрите. Все. Съедено, ой, а здесь, ребята, ну вот посмотрите. Вот это вот все, это подарки ей. Посмотрите. Ой, какой торт. Да в том-то и дело. Ну, короче, я замечательно. Музыка, конечно, орет. У меня... Ну, посмотрите, сама местность какая шикарная. Ребята... Ну, короче, кайф. Да, а подожди. А подарки, сейчас она покажет подарки. Ей очень понравилось, сейчас. Ребят, ну вот, короче, смотрите. Сейчас она будет показывать. Да, вот эту-то. Да, Ребзя, смотрите. Вот Света мне, значит, подарила. Какая кружечка. И вообще умерла я, ребята. А сзади написано золотая кнопка. Да, золотая. Ребята... Вот это реально круто. Теперь я в этой футболке вообще ее не сниму. Девочка тюрьма. И самая, кстати, моя любимая фотография. Прикинь, вообще, прикинь, самая любимая вообще, потому что мне очень нравится, я здесь красивая.
Так вот представь, вот как вот мы, да, вот так вот выбрали. Света, ты молодец, наконец-то Магнитогорск с нами. Правда, приехала она очень поздно, уже все снегло, уже половина. Ребят, вы обратите, какая Гера красотка. Смотрите, она реснички, ой, ну какая она красотка. Кстати, ну я же еще на каточке, там все на каточке сделала. Красотка. Поэтому все круто. Все круто. А, кружечку ты показал. Да, всех так, обнимаем. Так, ну все, да. Сейчас я... Ну все, мои хорошие. Хоть вот посиди. Так вот пока. Да, хоть посиди. Ребята, салют, смотрите, салют. О, салют. Это Челябинск, честь нас. Вот что какой мы приехали. Челябинск? Мы за Челябинском. Мы колохуяровки. Ну это вот день рождения у Геры. Вот, видите, посмотрите. Но это не ее салют. Это не ее салют. Ну, с другой стороны. Ну, ладно, все. Поехали, давай эту бензин не будем тратить, потому что. Ой, ребят, смотрите, какая луна вообще. А ты поближе не можешь сделать? Приблизить прям. Кровавая она еще, видишь, такая. Да. Ну, оно это все некрасиво стало сразу. Приближаю, она некрасиво. Останавливается. Давай я остановлюсь. Давай. Сними. Ты, ну красиво. Прям фотками. Говори, включи, чтобы это люди видели. Это вы с другой сзади поедут. Сейчас, ребят, ну-ка я из машины выйду. Ух ты, смотрите. Она прям кровавая, ребят, ну видите, я ее... Еще видишь, сейчас, она сейчас откроется полностью, Свет. Ага. Видишь, там облачко? Да, да. Ну, смотрите, как красиво вообще. Ну, правда, ребят, конечно, камера не передает. Свет, она просто кровавая. Повернись, а вот тут озеро сними. Где, где? Вот справа, да? Справа. А, ну, не видно, темно, Рай. Не, уже все темно. Здесь вот есть озеро. Вот они, кстати, мои стоят. Вы хотя бы их видите, вон Рая. Пойдем на свет, пойдем на свет выйдем. Пойдемте на свет хотя бы. Ну представьте, вот мы лягушки-путешественники. Вот они мы. Вот они. Мы еще за городом. Да. Мы, смотри, на Екатеринбургской трассе. Ага, вон. Но она, ну видишь, не видно через этот Рай. Не видно. Да, а ее надо прям. Она вот так вот, она прям красная. Кровавая такая. А так, так вот так вот. А так вот так вот, вот так вот мы. Короче, мы едем еще все, ребят. Ну, мы уже там побыли, мы уже домой поехали. Все, уже, слава богу, поехали домой. Накатались. Накатались вдоволь. Теперь хотим просто отдохнуть. Полтора часа надо дома ехать. Ой, вообще, сейчас отдохнем просто. И, конечно, да. Вот сейчас красиво еще вам Челябинск. И я выложу сегодня этот ролик. Да. А тут потом я озвучу, потом я. Даня курит. Раиска курит. Ну все. Все, пошла я в машину. Ребята, мы все едем, блядь. Мы едем. 475 километров до Уфы, блядь. Какая-то заброшенная заправка, да? Хоть заправиться. Ой, не могу, ребят. Представьте, это вообще... В 6 утра просто я еду и еду. Я не могу доехать. Не могу. Пошла. Просто не можем. У меня уже качает в разные стороны. Хоть бы от пьянки. Куда выходить. Подъехал там, блядь, к солярке? Не знаю. Вон дальше, следующее. Пойдем, Даня, плотим. Подожди, это надо пистолет вставить. А. Короче, путешественники. Ой, я тебе говорю. О. Путешественники. Рая забивает что-то. Алису сейчас просим, чтобы нас довезла на Донецк. Короче, нам еще целый час ехать. Ребята, еще ехать целый час. Караул. Не получается, поедем. Ой, комары какие здесь, а мамочки. Ой, комарищи, комары. Коник.
кони, ну. Это уровские. Коняки. Коняки. Сейчас я вам маленько город сниму и буду выкладывать уже ролик. Все. Потому что и тот не жалко. Уже бы. Я бы уже тот бы выложила. Блин, жалко, без звука надо. Ну ладно. Это мой приезд там, ребят. Вот там, который, где мой приезд, как я приехала, я вам потом. Короче, знаешь, что мы же в город, нам, значит, мы поедем через город, потому что это вообще, ну, объездная дорога, там, с Полетаева, что-то, что Минский Волк, сейчас на Воровского забьем. Сейчас, ребят, ну, поедем, я вам немножко вот в ночной Челябинск покажу. 13. Ну, короче, все, мы сейчас поехали уже, все заправились, сейчас поедем. Ой. Ты чё, ночной, да? Ночной город вам покажем, маленько, и все, и домой. И домой, что-то здесь еще и интернет не ловит, да? Ну, вот сейчас вот что-то поймало мне. Короче, ладно, до встречи. Ногти как светятся у меня. Ты скажи Женьке, она тебе сделает ногти? Да. Гель лаком. Она же у меня. Так, ну вот, ребят, ночной Челябинск. Мы до него добрались. Ну, так как дождик, видите, здесь все это. Ну, слава богу, мы в Челябе. Но нам еще до места надо доехать, конечно. У вас такие самокаты есть? Разбросаны по городу? Какие самокаты? Ну, сейчас вон стоят, видишь, на обочине, вон там. У нас самокаты. Вон люди едут, видишь? Ух ты, а почему он стоит? Он мигает, стоит. Ну, просто подходишь с карточкой, клик. Да, так. Тебя с приложения, с карты типа снимают бабки, ты встал и поехал. Он электрический. Нет у вас таки? Нет. Он электрический. Они везде на всех этих у везде, по всему Челябинску раскидывали. Представьте, ребята, у вас вон, есть такие? Вон, видишь, мальчишка, вон. Ну, вон, я вижу, да-да. Вот он стоит, мигает. Вот стоит, ага. Все, подходишь с карточкой, клик. Взял, представьте, там, ребят, оплатить, вот стоит, смотрите. Оплатил с карточки, все. Сколько ты прокатался? Поехал, да. Вон они, видишь, вон все катаются. Ну. Они по всему Челябинску. Нет, у нас нету. Электросамокаты. Прикинь, у нас нету такого. Вон все, видишь, вон все поголовные вечером особенно. И днем они всегда, короче, валяются. Вот, это. Вот мы проезжаем автомобильное училище. С правой стороны находится. Сейчас будут стоять машины такие военные. А я что рассказываю? Вот они сейчас будут машины. Ага. С правой стороны, да? Вот они. Стоят, видишь, горят. Вон он, ну вон там, ага, не на этом. Это автомобильное училище в Челябинске. Ух ты, вот сейчас мы будем, вот она сейчас. Самая красота, да. Вот начинается. Вот здесь я хотел здесь сказать, включать тоже. Да. Сейчас горка будет. А с левой стороны будет колесо обозрения. Вон, да, вон оно, видишь, вон светится. Ага, самое вон большое. Оно. Вон, ребят, видите колесо сейчас обозрения. Сейчас туда подъедем поближе, там будет видно. Оно круглосуточное. Ну вот, государственный архив в Челябинске. Да. Да ты что? Круглосуточно. Оно и сейчас вот крутится. Ну, нам, конечно, еще вот мне еще на колесе, если как крутнуться сегодня. Крутануться, то это будет все. Прям полный. Вот прям вообще. Это будет все. Ну, оно недорогое, кстати. Ну, если захочешь крутнуться, то крутнемся вот. Ну как-нибудь сейчас вот. Да. Чуть-чуть левее. Потом. Колесо. На колесо. Потом после операции крутнешься. Да. Вот, ребят, видите, ну видно вам. Да, видно, видно, вот, вам. Да. Что-то видно. Конечно. Ну, сейчас, ух вот ты, вот, прикинь. Но мегаполис. Будет светиться. Это мегаполис, да, у нас. А вон эти, видишь, у нас такие высотки, все это справа стороны. Это река Миас. Да, другие высотки выстроили большие. Ой, посмотрите, ребят, как красиво. Ой, ну как Москва, наверное. Вот, смотри, смотри, какое это. Ух ты, колесо, колесо, ребят, колесо. Блин, ну вот так. Вот оно.
потому что везде красиво все. И он еще не фокусирует телефон. Ух ты, а смотри здесь, какие елки, это все. Да, это везде у нас, кстати, к нам, когда едешь, тоже там увидишь, потом разными цветами они светятся. Это у нас новая какая-то эта фигня, они наделали везде. Угу. А вот здесь вот, кстати, вот с левой стороны, видишь? Он, видишь, вот, мигает. Горит. Это Арбат. Она на Арбате стоит, это здание бегающее, которое с левой стороны. Видишь, вон, бегает. Вот, с моей стороны, вон оно. Там что-то, короче, больше, больше 30 этажей. Подожди, что это самое-самое высокое в Челябинске здание. Вот ты, короче, сейчас с больницы выйдешь. Да-да. Мы где-то прям, да, да, мы тебя прям видишь, на Кировку. Видишь, как дома разрисовывают? Вот на Кировку поедем. Видишь, как у нас дома разрисовывают? Вот, прямо. Да-да-да-да. Ага. Вот, сейчас это... Модно. Везде, кстати. Вот они, видишь, они катаются. Ну, у нас конечно, тоже есть, кстати, да, вот разрисовывают. Катаются, видишь? Угу. Ух ты, ну. Вот представь, да, это, и сколько, интересно, эта поездка стоит? Блин, там на самокате. Поминутная... Это, я точно не помню, не знаю, сейчас это врать не буду. Но это, у тебя с карты сразу же списывают 500 рублей, потом катаешься, ну как типа залог у тебя списывают с карты. Просто подходишь к нему, с телефона просто набираешь то, что это, ну, с карты привязано, чтобы у тебя к телефону была карта. Все, они его размагничивают, и все, встал и поехал. Катайся, катайся. Я брать не помню, но... В любом месте можешь его поставить. Да, вообще просто ехал, тебе надоел, бросил его там. Ну вот просто домой, даже до дома доехала, да? Вот просто устала идти, да? Но... Да. Не, ну это здорово придумали, это же не просто там, чтобы дети катались, да? Это действительно человек добраться. А вот сейчас мы будем проезжать органный зал, который был раньше, вот здесь вот церковь, и сейчас забрала обратно церковь. Здесь вот был органный зал с левой стороны. Вот она, церквушка, вот ее переделали, представляете? Вон она. Обратно под церковь делают ее. Закрытая вся. Там раньше был у нас органный зал. Вот Алое поле, центр уже. Ну не практически, это центр уже есть, Алое поле. Я тебе говорю, мы тебя сводим на Кировку. Там всякие-всякие у нас есть эти статуи железные. Ну вот прикольно там. Вот выйдешь с больницы, ну видишь, везде эти дороги делают. Слушай, ну насчет самокатов прям молодцы все-таки придумали. Вот, видишь, хоп, пошел. Ну они как должны как пешеходники все себя вести. Да. Они должны слазить, да. Иначе их штрафуют. Дофига кого уже штрафовали, которые через дорогу, ну, едут на нем. Они не имеют права, они как пешеходы. Не, вот просто реально устал идти домой, ни маршрутки, ничего, да? Раз вот тебе, ну это здорово придумали. За это Курчатова ломает? Или что, или через это, опять через вокзал? Я не знаю, вот так через вокзал? Да. Ну? Там, на этом Курчатова. Вот это, кстати, городская больница. С левой стороны. Это я в ней буду лежать? Городская больница номер один. Нет. Ты там туда не поедешь. Ну ты вот недалеко, там, да. Здесь недалеко, ты тоже будешь. А это та больница, блин, подожди. Не, я поняла, зоны нас туда возят? Да, в областную. Вот в эту, да? В областную. Или на ЧМЗ, я не знаю, куда возят. А нас же возят не в больницу, а в поликлинику. Меня-то вывозили в поликлинику. Или в больнице, это хрен знает. Ну, дома есть какие-то. Да, шикарные вообще. А все видно, здесь обзор. Это вот просто маленькая снятая. А так оно, он берет все. Видит, ну, все хорошо видно. Думаю, что я могу уже заканчивать, в принципе. Сейчас можешь еще вокзал. Вон она, видишь, она всякими этими разменяет. Красивая. Она в парке Пушкина стоит.
А вот здесь вот заместо вот этих домов, вот заместо вот этих домов, танковое училище, здесь, ну, служили военные, и вот после, когда это была известная, это, пацана там изнасиловали пацана, короче, эти деды, не деды, а офицеры, офицеры. А вот впереди вокзал. И вот, короче, танковое училище расформировали и застроили. А вокзал это автовокзал? Вот от, вот вокзал, какой? Откуда мы тебя забирали? А, в Синегорье. Только с другой стороны. Понятно. Центр, ты прямо сейчас прям, ну, прям. Да, вот он. Центральный вход. На него прям едешь сейчас. Синегорье. Как ты проедешь? Не знаю. Вот этот касса Бурали у нас стоит, памятник там. Ой, ребят, ну все равно, как вот как ни крути, а город красивый, что говорить. Все равно у нас красивые города в России. Сейчас мы с той стороны, получается, поедем, будет видно Синегорье, да. Вон, видишь, тоже велик стоит этот. Самокат. А, ну, самокат. Вот не по всему Челябинску, так вот разбросано, представляете? Представьте, ребят, вон мигает стоит самокат. Ну, это здорово, я вот, у нас такого нету. Дойдет, придет и ваше. Ну. К вам придут самокаты. Вот этот касса Бурали на Новый год всегда одевает в шубу и бороду ему вешает. Да что на... это? Дед Мороз, Мороза. Дед Мороза всегда его одевает. Каждый год. Не знали, где Дед Мороз? Вот он. Сейчас с левой стороны вот он, Синегорье. Вот он, она сейчас что-то не горит, а раньше она да, светилась. Крыша полностью горела. Лампочки, видать, горели. Похоже, скажет, хватит уже. Вон находка. Да. Находочка. Кстати, магазин оптовых центров. А вон там ты стояла, пригородный. И уезжала вот с этой стороны. Теперь, ну, вот тоже домишко такой громадный сейчас стоит. Ну так-то у вас очень много таких. Нет, это не домишко, это завод. Сейчас изготавливают Милазы, машина. А в войну здесь выпускали Катюши на этом заводе. Сейчас будет полностью вот эта вся территория. Челябинск, видишь, здание какое старое. Вот это все, вот здесь вот эти снаряды, Катюши выпускали, когда война была в 41-м. Вот это все завод, я не помню, как он называется, сейчас на нем БелАЗы выпускают. А сейчас вот ты вот туда будешь снимать, там, короче, будут железные дороги, и там можно будет увидеть эти поезда, которые, ну, как музей поездов, там, что-то. Наверное, музей весь. Вот. Его, он под нами остался. Под нами он. Здесь ну, вот железная его дорога. Это... не отстойник, а это, ну, разводит их здесь, короче. Разные машины, короче, сдавал, гоняют, прицепляют все. Так, ну все, мои хорошие, на этом я свой блог закончу. Челябинск я вам показала, устала очень сильно. Нам осталось 15 минут, даже да. 13 и мы будем дома. И все, и мы будем наконец-то дома, будем отдыхать. Машем вам ручкой все. Все, всем пока, мои хорошие. Смотрите, Даня тоже машет. Я уже сплю. Все. Ну все, мои хорошие, все, до завтра. До следующего блока. А в этот уже все надо заканчивать. Так что приятного вам просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте, что вы были на канале «У бывших».